Пара часов за мольбертом. На этом мастер-классе по живописи рисуют древо оливы, священное растение, которое дарит здоровье и долголетие. Идею картины со смыслом предложила Оксана. Она впервые взялась за кисть под руководством художника. Более 17 лет я занимаюсь оздоровительными практиками, а также являюсь проводником по сакральным местам Алтая. Поэтому ритмы природы для меня именно очень важны и ценны. Не профессиональные художники, но люди, увлеченные поиском духовного опыта. Мастер-класс дает участникам и картину, и психотерапевтический эффект от процесса. Причем, что важнее, не очевидно. Для Ольги основная работа – не повод отказываться от любимого хобби. Тем более, это помогает легче справляться с любыми страхами в жизни. Я забыл, я не умею, я боюсь. А уходя через полтора часа, они уходят вот с такой работой или немножко похожую на эту, и они говорят: ничего себе, это я смог, я не верю себе. А скажем так, вот когда видит человек белый лист бумаги, ему всегда страшно. Ему страшно взять карандаш, и с чего начать и как начать. Ну, понятное дело, первое, что я предлагаю, это, допустим, если мы рисуем дерево, это провести ось или провести линию горизонта. Художница уверена, что за 1,5–2 года новичок может добраться до копирования шедевров маслом. Кстати, сегодня при должном усердии открыть в себе художника можно и без преподавателя. Достаточно купить альбомы краски для домашних занятий. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.